Браконьеры на бортовом КАМАЗе выезжают в лес для распилки деревьев. Вслед за ним едет самосвал для выкапывания песка на карьеры. Все это браконьеры, все это незаконно происходит в лесу. Ребята, вот такие вот хулиганы. Да, сейчас они разожгут костер. Разжигай. Их всего 4, они могут... У них есть... Они готовятся к распилке деревьев, здоровых, хороших деревьев. Что же это за негодяи такие? На КАМАЗах тут приехали, да? Припарковали тут свои КАМАЗы. Держи еще одно на распил. Что он такой громкий, что приехала лесная охрана? Что это тут такое? Что тут происходит? Открываются двери. Двери у УАЗика открываются, выходят лесные инспекторы и полицейские и подходят к браконьерам. Ну что ты вот пилите, болваны, что вы тут пилите? А что, нельзя что ли? Да. Это же сухостой, больные деревья. Ну их можно попилить чуть-чуть. Нет, нельзя, это здоровые деревья. Ну-ка прекращай, быстро прекращай, а то штраф. Не буду прекращать. Штраф выпишу. Вот вам постановление о том, что эти деревья нельзя пилить. Проверяй. На каком основании пилите деревья, браконьеры? Мы не браконьеры, мы плохие туристы. Плохие туристы, значит, вы и браконьеры тоже, раз вы плохие туристы. Заканчивайте тут самодеятельность. Плохие браконьеры. Сворачивайте свои пилы и КАМАЗы. А мы тут... Иначе выпишем штраф или арестуем в худшем случае. Понял? Нет, не надо. Лучше мы же добрые уже станем. Да, вы все поняли? Но штраф-то я вам все равно выпишу. Давай-ка, 1000 рублей. Ну мы же делаем костер. Ну костер вы делаете тоже. В лесу нельзя разводить костер. Вы знали об этом? Да. Еще 1000 рублей гони. Бревна мы конфискуем, понятно? Да. А вы нам поможете на КАМАЗе их доставить до базы. Они нам пригодятся. А с вас штраф. Ну ладно, братва, нас поймали. Нас поймали на распилке деревьев. Здоровые деревья пилить нельзя, ребята. Только сухостой. А то они могут упасть либо на костер. Не, ну это вообще нельзя делать, потому что ты нарушаешь экологию. Деревья пилить нельзя. Инспекторы садятся в свою машину и следуют за КАМАЗом, который они конфисковали вместе со спиленными деревьями. Вот так вот. Еще и штраф выписали нашим этим гаврикам. Все, уезжаем на базу, а этих штрафовать. Пока-пока, ребята. Вот так вот. Вы запоминайте, в лесу пилить нельзя. Мы все поняли. А вы поняли, ребята? Да. До новых выпусков. Выбирай любую. И подписывайся на канал Игорюшин Игрушин.